В один день с великим торжеством обрезания Господня совершается и память святителя Василия Великого. Праздничное богослужение в Клинцовском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла возглавил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Праздник обрезания Господня, продолжающийся только один день, в народе известен еще как Васильев день. В 379 году именно в праздник обрезания Господня скончался святитель Василий Великий, один из величайших учителей Вселенской Церкви. Из его жития известно, что родился он в 330 году в городе Кесарии Каппадокийской в благочестивой христианской семье. Василий получил прекрасное образование. О нем говорили, что каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Но ум его искал в высшей божественной мудрости. В 370 году святитель Василий был призван на высокое епископское служение и трудился во всяком деле до самозабвения, боролся против еретиков ариан, проповедовал, заботился о нищих, благоустраивал монастыри. Святитель Василий Великий составил божественную литургию, по которой мы сегодня с вами служили. Ее далее уже развил святитель Иоанн Златоуст. Но те молитвы, которые вложил в литургию Василий Великий, они являются основой православного богословия.